Доброе утро. Я Освальд Дальгард, и я рад представить вам проект «Дальний зенит». Что бы вы ни слышали о наших целях, они предельно просты. Наш девиз – добраться до звезд, даже если придется пересечь почти 9 световых лет пустоты. Пожалуйста, пройдите в общий зал. Там мы представим наш план. Люди, Homo sapiens, мы. Мы всегда преодолевали границы, исследовали, прокладывали новые пути. И вот дальний зенит готовит новый скачок в будущее. Мы гордимся тем, что воскресили Одиссею. Правительство бросило ее на орбите, а дальний зенит вернул к жизни всего за десяток лет. Но это только начало. Когда корабль будет готов, мы пошлем Одиссею с ее экипажем туда, где люди еще не бывали. В систему Сириуса. Там мы создадим первую звездную колонию. Одиссее понадобится 300 лет, чтобы добраться. Но глядя на ночное небо, мы будем знать, что она в пути. И как говорил наш основатель Питер Чивумбе, истинное бессмертие заключается в... Данные повреждены. Конец просмотра. Мы все знаем прогнозы. Нестабильная экономика. Новые инфекции. Бунт роботов. Сколько осталось до катастрофы, которая заденет даже мировую элиту? Мы в дальнем зените считаем. Не надо ее ждать. Мы полетим к звездам. Мы показали вам, что создаем тут. Площадку для восстановления Одиссеи. Суперсовременный центр данных для ускорения технологического прогресса. И вы видели, как мы добиваемся общественного признания. Так сделайте свой вклад. Закажите каюту на Одиссее. Живите так, как привыкли, вдали от земных проблем. Система терраформирования «Новый рассвет» — дитя доктора Элизабет Собак. С помощью 9 вспомогательных функций — Гея, ядро системы, способна находить оптимальные планетарные решения и принесет очевидную пользу при создании наших колоний. Первая фаза операции — внедрить агента в проект «Новый рассвет». Завершена. Вторая фаза. Агент снимает копию Геи и ее вспомогательных функций и тайно отправляет в наш центр данных. В случае успеха персонал «Нового рассвета» даже не узнает об этой передаче. Риски. Если агент провалится, «Новый рассвет» может разорвать договор о покупке базы данных «Аполлона». Операция должна быть тщательно скрыта от Трэвиса Тейта, разработчика протокола AID. К тому же... Нужно проявить осторожность в отношении самой доктора Собак. Она один из лучших инженеров мира и могла предусмотреть дополнительные меры безопасности. Полный анализ в приложении. Данные содержит сводный отчет. Гея-версия 6.9. Включение. Здравствуй. Что это у нас тут? Дальний зенит решил украсть копию Геи и ее вспомогательных функций. Как нехорошо. Мне разобраться с этим, Лис? Святотатцы! Змеиные отродья! Я нашлю на вас беды и покараю могучей дланью!
Вы украли не копию, геи, неудачники. Вы украли короля всех вирусов. Всем вашим данным пришел конец. В следующий раз не пытайтесь перехитрить Тейта. Мой вам совет. Элой, считай это сообщение маяком, что выведет тебя из тумана неведения. С помощью взрывчатки я отсоединил вычислительную сферу от Титана. Идеальная клетка для нашего друга Аида, чтоб он согласился сотрудничать. Расскажи ей, что и мне, про таинственный сигнал, что пробудил тебя. Сигнал был только для меня. Сигнал поступал 17,2 года и пропал. Не могу помешать перезапуску гей, но сущности не преуспеют. Разве ты преуспел? Может, напомнить тебе, что ты проиграл? Как видишь, Элой, гею можно перезапустить. А по поводу запасной копии... Что ж, я расскажу, где она, когда найдешь меня. Я такое сделал, что ты меня расцелуешь всего. Я представил себе, как эти бездельники из Зенита открывают нашу фальшивую гею. И подумал, что нужен финальный штрих. Это не розыгрыш, Трэвис. Да-да, я знаю. Я лишь встроил в нее наши аватарки. Крошка ты и крошка я. Чтобы лично и душевно сообщить им об их провале. Может, отправишь уже? Как только скомпилируется. А потом мы это отпразднуем. Я прихватил все нужное. Пиццу, абсент, пару мешочков для Сокса. Как только закончим, я возвращаюсь в Брейс. Ты меня поражаешь, Лис. Почему все вы... Такие из себя герои, почти небожители, так любите весь мир, но ни одного человека. У тебя друзья хоть были когда-нибудь? Компиляция завершена. Файл «Пустые обещания» готов к отправке. Будь добр, отправь. Логическая бомба запущена. Получайте, зенитики. Ты, как всегда, лучший в своем деле. Я всегда тобой восхищался, Лис. Клянусь могилой матери. А она была набожной. Услышьте слова, что объединили всех нас. Если взглянуть в будущее через призму прошлого, вот наши страхи. Войны против машин. Нехватка еды и воды. Бури, гонящие нас из домов. Но истинные храбрецы встречают эти страхи с уверенностью, встречают, сплотившись воедино. Своими усилиями по сохранению мира эти храбрые мужчины и женщины, шерифы Нового Юга-Запада, укрепили мою веру в то, что, объединившись, мы можем одолеть любого врага. Поверьте вместе со мной,
Поверьте вместе с нами, и мы вместе создадим мир без войн и нужды. Говорила с базой командования роботами. Время на исходе. Не хватило духу сказать Хирису, что наше лекарство страшнее, чем болезнь. Даже если адамантовый венок сработает, нам еще нужно придумать, как ограничить рост растений. Команда Кавила работает над этим на полигоне Плющ. Он найдет выход. Обязан. Журнал Вяза. Сегодня вторник. Второе. Наплевать. Надо признать, наш конец света переполнен иронией. Мы придумали преобразование биомассы. Бесконечную пищу для вечных машин. И теперь изо всех сил стараемся вызвать у них несварение. Получается, машины не смогут сожрать наши венки. Но закончим ли мы их вовремя? Боже, надеюсь, да. Конец во всех смыслах. Венки работают. А Кавил придумал, как их можно уничтожить. Загрузка ключ-кода в исходную оболочку вызывает выработку фермента, который заставляет венки пожирать себя. Но слишком поздно. По расчетам командования роботами, скорость роста роя на 375% превышает ту, что мы сумели бы сдержать. Ничего не выйдет. Я... Думаю, мы это заслужили. Я заслужила за то, что сделала тут. Это моя последняя запись перед эвакуацией. Привет, Элизабет. Прости, я не знаю, как тебя еще назвать. Меня зовут Бета. Придется говорить быстро. У меня есть всего пара минут, пока мою пропажу не обнаружат, и надо удалить имплант. Я надеялась спрятаться у тебя, но... Раз ты это смотришь, я мертва. Будь осторожна с дальним зенитом. Они беспощадны. И Элифия, Артемида и Аполлон уже у них. Но они хоть не нашли Гею для слияния. Ты должна успеть. Или все было напрасно. Удачи. И прощай. Внес небольшие корректировки в курс генной терапии и добавил новую смесь, чтобы снять симптомы, вызванные мутацией. Надеюсь, этот курс лечения стабилизирует состояние. А иначе Бог знает, что Тед сделает с нами. Ранние результаты так обнадеживали. Никакого старения, никакой деградации клеток. А сейчас... Вот бы вернуться в лабораторию в Бангкоке. И к старым коллегам. И к коллекции спиртного. Хватит. Нужно верить в успех. Ради Кани. Воин затмения. Если ты видишь это, значит, судьба увела тебя далеко от дома солнца. Твой путь почти завершен. Следуй за солнцем за врата света пустоши
и погрузись в сумерки будущих побед. Новая империя грядет. Кто я теперь? Айлин Сасаки, директор компании. И худшая дочь на свете. Охрана сопроводила отца к транспорту. Похоже, теперь мы будем общаться через адвокатов. Когда смотришь на мир с высоты, трудно разглядеть детали. Люди становятся издержками, рисками, статистикой. Слишком быстро. Амурамба должна была очищать воду, улучшать жизни. Было проще притворяться, что проблемы нет. Проще поверить, что ложь — это правда. Но я устала притворяться. Левиафан будет работать как надо. Никаких легких путей. Никакой лжи ради репутации. Это не искупит наших... моих грехов. Но я должна сделать что-то хорошее. Знаешь, я думала, вождь Хикаро придумал видение видимости. Видимо, я ошибалась. Когда бы ни шла война у родных стен, Уригалы не было шансов. У них обычным делом. Воины под начальством полковника Делахоя готовили тела и оружие для любой битвы. Еда, шрамы, письма. Они все были готовы делить между собой. Потом сыграем в стычку. Угу. Война в Ден Акт Войн. Это оскорбительно. В пустыне они сумели захватить все ключевые точки. Пока остальные боялись ярости Махаве, солдаты ОТГ под прикрытием бурь атаковали позиции врага. Десятые герои в пустыне захватили все ключевые. Остальные боялись ярости. Солдаты атаковали. Обученные выживать, переносить суровые условия, бойцы ОТГ-10 обороняли самые отдаленные горные участки. Десятые воевали в горных. Суровые бойцы ОТГ-10 оборонялись. Будь у нас побольше таких, как эта Нора, нам было бы нечего бояться. Они защищали стратегически важные объекты. Прячась в джунглях, в густых тенях и в грязи, они хитроумно ловили врагов. Десятые. Как дома. Они защищали... прячусь в тенях. Взгляните, как десятые действовали в густой чаще лесов. Как дома, так и за рубежом они защищали стратегически важные объекты. Прячусь в джунглях, в густых тенях и в грязи, они хитроумно ловили врагов.